там вот корма растет. Еще надо резинки. Сегодня прям экзотический день. Первый раз видела, как растет гранат, первый раз видела, как растет хурма, и еще на ходе надо будет посмотреть, как растет лимон. Это могилка Ванги. Она там захоронена. Это документальная зала. Когда создавался храм, тусечки вели браво. Когда храм осветили, все кричали браво. Народ товарищи как пчели. Народ шел, как пчелки их много было. Пари подыха, как дождь. Деньги падали дождем. А с радвах легче полегче сын лес. Я радовалась, лев полев, собрала. Открывали храм, как она радовалась этому, сколько людей было, сколько денег они собрали. Слова Ванги. Хотя читай, я не люблю. Я, если честно, сама немного увидела. Сега като си отида. Сега като си отида. Сейчас, когда я ухожу из этой мерки,
приемная Ванги и муж ее. Ванга еще молодая. Слушай, прости, я ошиблась. Это, похоже, Димитр, который сын приемный. Да. Наверное, сын приемный. Да. А вот это свадьба приемного сына. Свадьба приемного сына. Посмотрите кино. Это сериал такой «Евангелие», 12 серий. Очень интересно. Я вам советую. Вот Ванга молодая. Там вообще детская. Это Ванга в молодости и Димитр. Димитр — это не муж ее, но она с ним встречалась в молодости. Там в фильме была помолвлена. Да, она была с ним помолвлена. А вот это вот дом, в котором она родилась. А, да, точно похож. Дом, в котором Ванга родилась. Это брат Тома. Тома. Старше, что ли? Младше. Что? Вот это вот, наверное.
Творчество и мудрости вам. А вот, может, такое купить? Ванга. И вот еще есть. Имаме теса најефтиница 6 лева, другите са до 20 лева. Па са киприяно и молитви. Сейчас селе Рупите называется. Рупите. На русском, да, там хорошо. Советы для жизни, вот, допустим, за 8 лет. 4 евро получается. Постройте крест в скале кожух. Души, залитых лавой, из вулкана требуют памяти и уважения. Сказано перед адвокатом Иваном Драмовым. Юрий Гагарин. Приходят сейчас ко мне дельфины, и мне говорят, что я их понимаю. Сказали мне как-то, что Гагарин не сгорел и не умер, а был взят. Кем, почему, куда, мне не объяснили. В беседе с Любеном Георгиевым. О семье. Не разбивай семью, которую создал, не разбивай семью другого. Не разводитесь, не делитесь, а то дети страдают. Да и вы добра от Бога не увидите. Жена – это зеркало мужа, дом – зеркало жены, дети – зеркало мужа и жены. Семья – это святое, муж и жена должны быть едины. В доме петух должен петь, мужское слово должно быть слышно. Это бамбук. Роща целая. Класс. Мы сейчас идем смотреть дом, в котором жила Ванга. Растет папайя. Я уже знаю. Вот папайя у нас растет такой папайя. Маленький. Нам поделился таким маленьким деревом. Сейчас, да. Вот то, что такое растет. Да. Может, инжир. Да. И на папайю похоже. А это что? Ну, вот это логика. Ой, все в деньгах. Прикольно. А что, вода закончилась, что ли? Да. Вода закончилась и наполнит колодец. Представляете, потом вот тут вот так вы будете полно. Да. Наверное, загадывает желание и просто. Нет. Мы же вот эти. И папа отдал. И не попала. Сад Ванги. Это что, здесь растет? Йоу, это что? Сад Ванги, красавица. Грейпфрут, лаймы, гранат алый. Так прям вообще. Вау. Авокадо, не авокадо. Это инжир, похоже. Нет, это каштан. Но вот это лимон.
Вот, вот, внизу. Красиво. Такие необычные. Красный цветок. Очень красивый. Виноград, но он уже засох. А там что, айва какая-то, что ли, растет? Яблоки, что ли? Гранат. Ой, пожалуйста, все красный, красный, красный. Виноград. Вот дом, в котором жила Ванга. Деревянный. Интересные цветы. Чем-то странно пахнет. Много пространства. Спасибо. Да, бежит так. Ага. Внимание, минеральная вода не е подходящая за ежедневно питейную консумацию. Варады повышена. Содержание на флуор. То есть нельзя ее пить. Много флуора. Флора. Здесь Ванга много садила сама этих деревьев, когда могла. Иначе потом так. Уже надо продолжать. Нет. Там тоже так какие-то яблоки растут. Смотрите, красиво. Я таких еще никогда не видел. Идем дальше. Я заберу. Объект сейчас я заберу. I looked inside, okay? Everybody. I think I'm happy here if you want to look in. Подожди, мама, снимаем. Секретарь Ванги. А, дом Ванги, 1970-го. Жила до ее последней. Нет, не-не-не, давай лучше. Давай. Это домик Ванги, он был построен в 1970 году. И она в нем прожила свои последние дни на земле. В ней 6 сентября 1984 года с публичным завещанием она подарила все свое имущество болгарской державе. Тут 4 декабря 1994 года Ванга основала фондацию. Фондация это так и приводится, фондейшн, носящую ее имя. Все.
Сейчас я тебя сфоткаю. Она принимала нуждающихся. Ее помощь. Я вам ни при чем порт. Забирала их боли и страдания и дарила веру и надежду. Тоже, видимо, сидела. Помощь вам. Волосы вешают какие-то браслетики. Это в Болгарии вешают на... символ начала весны. И в этот день люди вот вешают всякие там вот эти вот красные ленточки на деревья. Вау, какой тут вид! Это там есть такая огромная, это две огромные там. Да, ты слышишь, что тут штука поплетена. Ой, и рыбки, и черепашки. Еще такая большая рыбка. Да, из этой стороны, из этого белка. Айде. Айде, душички. Кто тут соседа сверши? Вы, Петрич, хотите быть? Так, все, мы уже выходим. Поедем, наверное, Петрич, там, где жила Ванга. Ой, тоже черепашки. Ой, тоже так. А вон одна вылезла, загорает. Какие-то стрекозы какие-то. Сейчас 5 градусов, что ли? Да, действительно, черепашки еще не сварились с такой температурой. Так, нам надо идти, да? Ну что, свадьбу можно играть, что ли? Это нереально какая-то. Блин, да, ну камера просто не передает. По минутам так. Вон там быстро кормили. А это вот крест, который мы проходили уже, который тоже Ванга получила свыше, что надо крест поставить. Вон пар идет. Видите? Тоже монетки сюда бросают. Не, прикинь, они жили в вулканской роде. То есть, секунду, вулкан извержения. Горячая вода? Да, горячая. Идем. Какая горячая земля. Да. Вот где нам надо ставить палатку. Здесь надо спать ночью. Да. Или поближе к теме идти. Если не выгоняют ночью, то здесь надо спать. Mm-hmm. Надо было здесь. Посмотрите, какая красивая. Свадебная, наверное, да? Смотрите. Да, здесь свадьба праздновала. Наверное, да, чудо. Да, свадебная такая. Тут есть вот такая. Здравствуйте. Наша группа сейчас немного спешит, так как все хотят попасть еще в Петрович. Хорошая, прекрасная территория, большая, самое главное, по которой можно гулять, много деревьев, все они, летом очень хорошо.
друзья, на этом моменте мое видео подходит к концу. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до скорых встреч, пока!